Электрогазосварщиков часто называют элитой рабочих профессий. Специальность требует не только высокого мастерства, но и личного мужества. 29 августа коммунальщики Одинцовского района показали себя на традиционном конкурсе, который прошел уже в 17-й раз. Базой стала производственная площадка спецпредприятия «Лифтек». Для конкурсантов приготовили целый набор сложных задач. В этом году нам выпала честь принять гостей, конкурсантов, которые конкурс проводится ежегодно на лучшего по профессии. Сегодня проводится конкурс на лучшего по профессии электросварщик. Новшество года. Впервые конкурс начался с практических занятий. Организаторы старались максимально подготовить участников к будущему региональному мероприятию. На область поедут победители районного соревнования. Выполнение именно на практике впервые. Впервые. Поэтому это очень сложно. Нужно было подготовить, душевно и настроить работников, смелость. Участники продемонстрировали высокую организованность и собранность в работе с огнем. Профсоюз жизнеобеспечения вручил победителям грамоты и памятные призы. Впереди подготовка к большому областному испытанию. Святослав Санков, Галина Поликарпова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».